Новгородские спасатели сегодня вышли в рейд, чтобы разом пресечь нарушения и на воде, и на земле. Помогла им в этом воздушная техника. Впрочем, в районе деревни Песчаная было тихо. Особый противопожарный режим в Новгородской области снят буквально на днях, но бдительность сотрудники МЧС не снижают. Сегодня территорию деревни Песчаная осматривали с помощью квадрокоптера. По итогам обзора, с воздуха возгораний в поселении не обнаружено. Впрочем, мангал на берегу или костер на своем участке больше не запрещены при соблюдении дистанции в 50 метров от пожароопасных объектов. Там достаточно, естественно, иметь при себе первичные средства пожаротушения. Определенное расстояние, как я уже говорил, нужно соблюсти от других объектов защиты, зданий, строений, сооружений. Ну, в принципе, этого достаточно, чтобы безопасно провести свой отдых на природе и на своем приусадебном участке. Чтобы еще раз напомнить жителям деревни об осторожности, сотрудники МЧС прошлись по дворам и раздали листовки. А на берегу Ильменя свою часть надзорной работы провели представители государственной инспекции по маломерным судам. В отличие от шашлыков, на пляже купания в непредназначенных для этого местах под запретом. Сегодня в Песчаном безлюдно, однако статистика гибели людей на воде неуклонно растет. Во многом, скажем так, способствует гибели это то, что люди находятся в состоянии алкогольного опьянения, большей частью погибшие. То есть выпьют, потом идут купаться, не рассчитают свои силы, ну и, соответственно, тонут. В этом году в Новгородской области уже 11 человек погибли на воде. 7 из этих случаев произошли с начала лета. Большинство погибших купались там, где нет ни буйков, ни спасателей. Инспекторы патрулируют водоемы ежедневно. Однако мест стихийного купания в области так много, что взять их все под контроль непросто. Поэтому ответственность за собственную жизнь и здоровье в первую очередь лежит на плечах самих отдыхающих.